Отлично. 3 декабря 2017 год, Харьков. Час ночи по Киеву. И у нас полнолуние. Суперлуние. Ты посмотри, как облачко у нас скачет. Полнолуние, суперлуние. Луна. Полная луна. И она мало того, что полностью освещена солнцем, она еще нынче и в перигее. То бишь максимально близко находится к Земле. Конечно, облачность нам сильно все портит, но что имеем, то имеем. Так, это единственная суперлуния 2017 года, 3 декабря. То есть, когда совпадает полная луна и перигей. Да, ну все ушло, да? Ну ладно, напоследок скажу, что будет суперлуние 1 января 2018 года и 31 января 2018 года. И тогда она будет еще и знаменательна тем, что будет кровавая луна. Луна попадет в тень Земли и будет на ней отображаться красный спектр видимого света. Должно быть красиво. Дай бог тогда с облаками не такая засада будет. Ладно, покараулим тут еще чуток. Может, хоть чуть-чуть разведнеется, хотя я и на это не рассчитывал. На-на-на-на-на. Вот, красавица. Ладно. Перестанем себя мучать.